Меня зовут Кира. Мне 9 лет, и я профессиональный боксер. Она показывала то, что, например, за месяц уже только то, что дети не могли показать за год, за два тренировок. Я себя считаю лучшим боксером, потому что меня тренирует мой папа, и мне кажется, что я добьюсь успеха. Я провела 8 боев и все выиграла. 5 боев я была с мальчиками и 3 с девочками. Первый бой у меня был с мальчиком. Я тоже много там тренировалась. Конечно, как любая мама, я переживаю. Первый ее бой для меня вообще был очень тяжелый в плане эмоциональности, замиранием сердца, с трепетом, с шумом в ушах.